У налоговой службы по Тверской области новый руководитель ведомства возглавил Александр Белишев. Новый руководитель родом из Вологды, ему 38 лет. В 2003 году окончил Тульский государственный университет. Карьеру в налоговой службе начал в 2004 году с должности специалиста в юротделе межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области. В 2007 возглавил правовой отдел управления, в мае 2017 назначил на должность заместителя руководителя регионального УФНС по Тульской области. 12 марта текущего года Белишев официально вступил в должность руководителя УФНС России по Тверской области. Членом регионального Кабмина его представил губернатор. Очень важно нам всем вместе заняться совместной работой по сохранению нашего бизнеса, особенно среднего и малого бизнеса, в очень непростых условиях, которые нам вводят ограничения по ситуации с коронавирусной инфекцией. Поэтому я хотел бы поручить руководству Министерства экономического развития совместно с Министерством финансов и Тверской области и в режиме консультации с ФНС и уполномоченным по развитию малого бизнеса и среднего, посмотреть меры по поддержке наших предприятий. Особенно это касается туристической индустрии, предприятий общественного питания, теми, кто занимается